Добрый вечер. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс Новости» в студии Ольга Муравьева. Смотрите сегодня в эфире. Визит в село. Глава округа посетил Пушкинскую территорию. За здоровый образ жизни завершается прием спортивных площадок в округе. В плотном союзе против противника. Российско-лаосские учения на Сергеевском полигоне. Салютовать в День города. Праздничный фейерверк намечен из трех точек. Ветерану войны 95. Антонина Новикова принимает поздравления. Возраст не помеха. В футбольных баталиях сошлись малыши округа. Аварийный мост, освещение и спортивная площадка. Жители Пушкинской территории рассказали главе округа, его общественному наблюдателю и депутатам краевого парламента о проблемах в своих селах. Причем некоторые из просьб можно исполнить уже в этом году. Подробности смотрите далее. Ремонт делаем, препаратов хватает, вакцинация идет, рассказывает фельдшер медпункта в Якановке главе округа. Евгений Корж, депутаты Заксобрания края Джамбулат Тыкиев и Александр Щербаков приехали в село, чтобы узнать о местных проблемах. Главная из них – аварийный мост. Переправа краевая, поэтому есть сложности. Вопрос уже обсуждали с губернатором Приморья. Мы готовы забрать все краевые дороги, что идут в село, себе на баланс, с деньгами краевыми. Он пообещал, когда дают дороги, сразу дают деньги на содержание. Чтобы этим занимались мы, потому что мы понимаем, что сколько мы обращаемся. При Мавсодоре у них очень много по краю проблем, и они нам делают, но не так быстро, как мы хотели. Двинулись дальше. В Крауновке мост построили, но жители беспокоят другое. Не хватает освещения на одной из улиц на месте остановки автобуса. Совсем скоро школьники будут ждать там своих родителей после уроков. Глава округа поручил решить проблему до конца этого года. А в следующем должна появиться спортивная площадка для подростков, которым пока негде проводить свободное время. Вот вечерами. Ведь они же просто собираются здесь, сидят все в телефонах. А так, представляете, как будет им хорошо. Потому что вот мы пытаемся с Анастасией Николаевной тут им провести там старозабытые игры, там лапту, многие кто не знает, городки. Вот, ну, мы сами делаем своими руками это все, просим, кто это может сделать, выточить нам городки. И мы вот здесь их как-то так вечерами занимаем. В Корсаковке и гостей встретили у Дома культуры, рассказали о подготовке к Дню города. Здесь решили устроить свой праздник с музыкой, конкурсами и фотозонами. Другие участники встречи поведали о сельских буднях. Из-за ковидных ограничений общее собрание жителей, как это было раньше, проводить пока нельзя. Поэтому о проблемах территории руководитель округа узнает от активистов и старост. Они высказывают проблемы жителей, так мы общаемся, пока так, к сожалению. Конечно, очень хочется общения с жителями, потому что оно всегда помогает выявлять те проблемы, которые есть реально на селе. Как отметил глава округа, проблемы все житейские, понятные, но чтобы их решить, нужно время. И если с освещением разберутся до конца года, то установку спортплощадки и ремонт моста включат в план на будущее. Все вопросы от жителей Евгений Корж взял под личный контроль. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Финишная прямая. Последние спортивные площадки по муниципальной программе принимает специальная комиссия. В прошлый раз на Колхозной 66В. В Новоникольске при обследовании комплекса выявили недочеты, которые подрядчик должен был устранить. Как дела обстоят сегодня, расскажет Марина Роман. 500 квадратных метров разделены на две зоны. Тут тебе силовые нагрузки, а рядом можно хоть в баскетбол, хоть в волейбол сыграть. Спортивную площадку приняли в Новоникольске. Комиссия уже была на объекте пару недель назад, но тогда решение по приемке отложили. На установке нашли недочеты. Подрядная организация Арсеньева приехала, устранила все, что было ей предписано. И сегодня мы на выходе получаем хорошую, но функциональную площадку с воркаут-комплексом, где могут заниматься молодежь, население этого округа. И действительно, воркаут-комплекс самый крупный в округе. И вся площадка одна из самых дорогостоящих. Если на обычную выделяют чуть больше миллиона, то этот объект в Новоникольске возвели за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Основные работы уже завершены, но кое-что еще предстоит доделать. И следующая программа подразумевает себя под развитие второй площадки. Это будет резинка, будет баскетбольная площадка развита. И также вот сейчас идет вопрос, решается установка здесь еще дополнительных тренажеров.
Установка площадок в рамках программы «Спортивный дворик» на финишной прямой. По большому счету осталась одна на улице Ермакова, где подрядчик меняет резиновое покрытие, так как предыдущее не приняла комиссия. За год в Уссурийске стало на 19 спорткомплексов больше, а заявлений от жителей поступило 34. Поэтому оставшиеся будут рассматривать и брать в разработку уже на 2022. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Российские танкисты делятся опытом с коллегами из Лаоса. На Сергеевском полигоне проходят крупные совместные учения. Военные отрабатывают технику поражения условного противника с использованием данных беспилотной авиации. Лаосских танкистов учат наши, русские, уничтожать врага при помощи разведывательного огневого комплекса. Конечно же, с применением современных способов ведения боя и беспилотной авиации. Так, на полигоне Сергеевском проходят совместные военные учения «Ларос-2021». Разведывательный огневой комплекс представляет из себя постановку, обнаружение целей, постановкой задач и целеуказаний для командира, который управляет, доводит этот команды до подчиненных, конкретно наводчику, командиру танка, наводчику-оператору, отдает целеуказания по обнаруженным целям. Контрольные стрельбы проводились в виде наступательного учебного боя. Каждый взвод поэтапно поражал условную тяжелую бронированную технику, противотанковые расчеты и гранатометчики. После танкисты ставили дымовую завесу и совершали скрытный маневр с уходом от ответного удара. По танку Т-72 мы очень понравился, потому что это самый современный танк. У нас тоже есть, но разница, ну, не похожа на нас, потому что у нас есть это Т-72 БМС, а у вас есть Т-72Б. Поэтому раньше по системе огневая. Совместное российско-лаосское учение «Ларос-2021» впервые проводится на территории России. В этот раз принимают участие порядка 500 военнослужащих. Задействовано около 100 единиц техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолеты К-52. Виктория Калинина, Телемикс. Сертификат на дополнительное образование в этом учебном году. Новый документ потребуется всем школьникам. Какие возможности даст свидетельство, узнаем в рубрике «Телеконсультант». Я слышала, что все школьники в этом году должны получить какой-то сертификат на дополнительное образование. И родители могут отдать ребенка заниматься бесплатно при наличии этого документа. Будет ли это нововведение внедряться в нашем городе? Речь идет о том, что в этом году будет каждый родитель получать на своего ребенка от 5 до 18 лет сертификат на дополнительное образование. То есть это документ электронный, номинал которого будет подтвержден финансово. И родитель будет принимать решение, куда этот сертификат денежный он понесет, в какое образовательное учреждение. Таким образом, создается конкурентная среда и выявляются те направления подготовки, которые интересны для деток, интересны и требуют развития и направления финансовых средств именно на эти направления подготовки. И Центр детского творчества, который в этом году будет еще являться и муниципальным опорным центром по внедрению системы персонифицированного учета дополнительного образования. Это новое. Приморский край заходит в этот проект впервые в этом году. Это очень интересная тема, и мы готовы будем осветить ее более подробно, потому что она важна для каждого жителя Уссурийского городского округа, имеющего детей от 5 до 18 лет. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь, сразу после вас ждет в эфире. Салютовать в День города. Праздничный фейерверк намечен из трех точек. Ветерану войны 95. Антонина Новикова принимает поздравления. Возраст не помеха. В футбольных баталиях сошлись малыши округа. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс Новости». Продолжаем. Сегодня день создания Всероссийского общества инвалидов. Отделение есть и в нашем городе. Как и чем помогают людям с ограниченными возможностями здоровья в Уссурийске, знает Марина Роман.
Нина Будковская руководит обществом инвалидов в Уссурийске уже почти 30 лет. Во многом именно благодаря ей люди с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены, получают жилье, занимаются спортом и имеют престижные награды. Сейчас наша работа в основном состоит больше, чтобы привлечь людей вот к спорту, ко всему, чтобы они тоже себя чувствовали нормальными людьми. Мы, помимо этого, мы не только с молодежью, с детьми работаем. У нас и есть более старшие. Это у нас создан клуб на базе Пушкина 88, создан клуб «Встреча друзей». А начиналось все в далеком 1988. Тогда у организации было небольшое помещение на Некрасова 66, в котором 3 стола и 10 стульев, говорит Нина Николаевна. Затем было несколько переездов, пока не обосновались на Ленина 92, где находятся по сей день. Долгое время общество находилось по адресу Краснознаменная 69. Тот период стал одним из самых плодотворных в истории учреждения. И мы сами создали, у нас было 6 мастерских, мы так называем. Первое, откуда Татьяна Ивановна начинала работать, это нам привозили газеты, и город нам на рынках выделял места, и наши инвалиды торговали. У общества был собственный магазин, где снабжали инвалидов товарами по сниженным ценам. Также имелась мастерская по ремонту отечественных автомобилей и по установке железных дверей. Все это обеспечивало людей с ограниченными возможностями здоровья рабочими местами, а значит и заработком. С кадровыми изменениями в Москве пришла новая политика, и постепенно все здания закрыли. Сейчас у организации 2 помещения, в одном из которых тренажерный зал. И помимо нашего этого, там еще создали, как она называется, по ДАРСу. Федерация. Да, Федерация ДАРСа, которая наших инвалидов обучает ДАРСу. Раньше это вид спорта как-то не особо был. Сейчас наши дарсисты первые. Одним из самых ярких представителей общества – спортсмен и победитель Егор Сорокин. Впервые на Паракрым-2016 уссуриец отправился как раз с помощью организации. Участвовал в соревновании по пауэрлифтингу и с первого раза стал абсолютным чемпионом. До того, как попасть в организацию в Уссурийске, Егор провел 9 лет в реабилитационном центре. Общество инвалидов, она меня оттуда, можно сказать, постепенно, аккуратно вывела. Вот, и выводила в общество, то есть знакомиться с людьми, быть активным, жизнерадостным и вставать на ноги. То есть, как можно понять, что встать на ноги? То есть, начать жить самостоятельно. Сейчас у инвалидов всех возрастов есть возможность тренироваться, посещать бассейн, участвовать в соревнованиях международного масштаба, летать на параплане, получать бесплатную юридическую помощь и моральную поддержку. В организации состоит почти 900 человек. Из них 100 – это дети. Всего же в нашем округе числится около 11 тысяч инвалидов. Марина Роман, Роман Адонин. Телемикс. 155 лет отметит Уссурийск в сентябре. Юбилейную дату решено отпраздновать красочным фейерверком, который по задумке организаторов запустят из 3 точек города, что сделает зрелище более объемным. Традиционным местом для залпов станет центральная площадь. Также в качестве точек старта определены парк «Зеленый остров» и стадион имени Шевченко. За 5 минут небо раскрасят более 8 тысяч фейерверков. Празднование пройдет 12 сентября. Обычно салютовать начинают в 22:00. 95 лет исполнилось жительнице Уссурийска. Юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны Антонина Новикова. С самого утра квартира пенсионерки наполнилась гостями, а к вечеру у дома юбилярши устроили праздничный концерт. С самого утра Антонина Новикова принимает гостей. Поздравить пенсионерку с 95-летием пришли родственники и друзья. Письма с теплыми пожеланиями прислали президент России и губернатор края. А сотрудники администрации и советник главы округа решили наведаться лично. Здоровья, чтобы вы были при памяти, двигались. Это самое главное. Еще долгие-долгие дай Бог годы, вам, чтобы детей не да ее выхода нету. Мы еще ей 5 лет прибавляем, да, с этого дня. Антонина Новикова родом из Рязани. В 13 лет переехала с семьей Ворошилов. Это старое название Уссурийска. Молодой девушкой участвовала в Великой Отечественной войне. Помогала родителям в госпитале и даже подрабатывала курьером. Доставляла документы в штаб армии и военные части. Мне было 15 лет.
Когда я пошла работать в госпиталь, тутошний, 310-й он раньше был, сейчас он другой. Потом начальник был хороший, послал учиться на медсестру. Черты Антонины Алексеевны в молодости угадываются в граффити, которое появилось в Уссурийске в этом году. Со стены дома Пасханова, 45, на прохожих глядит голубоглазая артиллеристка Катюша, которую срисовали с фотографией нашей героини. Веселая музыка, танцы и праздничные песни. Вечером у дома Антонины Новиковой волонтеры устроили настоящий концерт. Ветерану подарили охапку цветов, именинный торт и море положительных эмоций. Владислав Нам, Роман Адонин, Алексей Шаповалов, Телемикс. Уссурийцы могут выбрать кличку «Тигрицы». Началось голосование за имя для дикой кошки, которую в июле этого года выпустили в Приамурье. Специалисты центра «Амурский тигр» обработали почти 1000 комментариев в социальных сетях с предложениями от пользователей и выбрали 10 вариантов. Остановились на Архаре, Буре, Ваане, Весне, Доминике, Кьяре, Ригме, Уссури, Хасане и Амби. Их разместили в телеграм-канале центра и объявили голосование, которое продлится до пятницы 20 августа. Напомним, на реабилитацию полосатая кошка попала из Хасанского района за то, что нападала на собак возле населенных пунктов. Отпугнуть хищницу не получилось, пришлось отловить. На этом у меня все. Впереди информация о спортивных достижениях уссурийцев. Напоминаю, что все сюжеты вы также можете посмотреть на сайте telemix.tv, а также в нашем профиле в сети Instagram. Этим вечером в студии работала Ольга Муравьева. А в 21.00 смотрите на нашем канале художественный фильм «Убийство за 100 миллионов». А что сумма? Действительно была такая огромная? Вы о чем? О деньгах мафии? А как они у нас значились? Ну, клейма «мафия» на них не было. Итого 84 миллиона. Очень хорошо, что вы начали без меня. Да мне кричать хочется, чтобы только не слышать ваших мыслей. Дура! Урод! Все наши проблемы начались с твоего появления в банке. А с вас будут спрашивать. Прекратите немедленно! Нам надо понять, что стало с деньгами людей, чьи интересы представляет этот наш гость. Под угрозой ваша жизнь. Ничего не видел, ничего не знаю. Вопросы ко мне еще есть? Я бы его никогда не трогал! А вот такая... Криминальная история «Убийство на 100 миллионов». Смотрите 17 августа в 21.00 на канале Телемикс. У вас осталось 5,5 часов. Отвечать будет каждый из вас. Дима! 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 Давай! Первый гол под овации группы поддержки – такое важное достижение для самых юных воспитанников детской футбольной школы «Динамо». Мальчишки 4-5 лет впервые участвуют в соревнованиях, к которым готовились на ежедневных тренировках. Это первый их внутриклубный турнир, сегодня будут первые их медали, ну и как бы это здорово. На соседнем поле играли футболисты 11-12 лет. Такой подход помогает детям равняться на старших товарищей. В перерывах взрослые поддерживали детвору, пока же младшие составы учатся реагировать на свисток судьи и знакомятся с азами игры. Я люблю забивать мячи, люблю играть в футбол. Мне нравится футбол, потому что тут нужно бегать, усиливать ноги. После пары часов матча детвора дождалась самого главного в любых соревнованиях – церемонии награждения. За трудолюбие и огромное желание играть в футбол отметят каждого. После дебютный турнир плавно перешел в праздник цвета. Все воспитанники футбольной школы вооружились новыми снарядами, пакетами с краской и сделали воспоминания от своих первых соревнований еще ярче. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс.